Вот один из вариантов, у меня спрашивали, как работать подушкой. Вот. Допустим, у нас вот она вмятинка. Вот мы ее видим, да? Это град. Вот. Вставляем. Вот здесь появляется просвет. Сейчас я включу подсветку и попытаюсь снять, что там внутри. И вот мы видим внутренность двери и даже видим, что здесь вот в этом месте мы видим отверстие одно кругленькое и одно продолговатое. Так как раз надо попытаться через него, допустим, сюда долезть. Если доступа нету уже, как бы, и тут все склеенное, бывает, что есть доступ, обычно вот в эти места запросто можно через эти отверстия вот сюда долезть. Ну а сюда, мне кажется, что вряд ли. Вот, сейчас попробуем. Ну, собственно, видео, вот эта короткая зарисовка не об этом. Вот подушку мы вставили и накачали. И мы можем уже туда элементарно, допустим, какой-то, ну, я первый попавшийся, так сказать, крючок снимаю. Вот туда крючок заходит и можно достать практически там до низа двери, не разбирая, ничего не снимая. Вот, конечно, не очень это удобно, надо там изгинаться, изгибаться. Вот, ну, практически, вот сейчас я покажу, вот, куда мы можем достать. Вот, видно, да? Практически до низа двери. Можем достать через вот этот, с позволения сказать, оконный проем. Ну вот и все, собственно. Я думаю, что ответил на вопрос, как пользоваться подушкой. Вот, все, все предельно просто. Ну, вот они наши вмятинки. Их тут две штуки. Как мы видим. Вот. Достать их крючком не получилось. Там неудобное место. И вот вмятинка еще одна здесь. Так что придется вот эти вмятины верхний клеем удалять. А это можно, да. Сейчас поставим подушечку. Вот, и сделаем вмятинку. Элементарно. А здесь придется сверху только клеем. Вот. Одну вмятинку выдернули уже. И теперь вторую, и потом вот. Вот этот заломчик, вот такой, надо будет тоже поднять, подтянуть. И будет все нормально. Потому что тут как бы заломило немножко. Вот как мы видим. Вот так хорошо видно. Ну вот мы видим, что потихонечку она начинает выходить. Конечно, до идеала тут выделываться я не буду, я случайно как бы заметил, потому что попросили снять, как пользоваться подушкой, то есть это задан был вопрос. Вот я и как бы полез и увидел этот заломчик. Вот. Ну, раз увидел, значит надо делать. Вот мятинка уменьшается у нас потихонечку. Наклеиваем следующий грибочек. Вот, естественно, не забываем простукивать до того, во время того, и после того, и вместо того. Это я вспомнил анекдот для девушек. Вот как не забеременеть. Надо пить чай. Задают вопрос, до того или после того? Говорит, до того, во время того, после того и вместо того. Вот. Можно смеяться. Вот смотрим. Осталось еще немножечко. Немножко осталось. Вот. Надо еще простучаться и поклеиться. Ну вот, смотрим. Видно три маленьких шишечки.
Их надо пробить. И все, на этом как бы финиш. Потому что это в лампе. Под увеличением так видно. А на улице ее даже уже сейчас будет очень трудно заметить. Вот, поэтому как бы по этому вопросу, наверное, все. И сейчас снимем дальше сразу с подушечкой, как работать через окно, не разбирая дверь. Раз уж вопрос задал, Костя, как ты уже понял, это ответ на твой вопрос. Вот, так что, Костик, тебе привет, и вот для тебя специально снято видео такое небольшое. Тот человек написал, говорит, хочу заказать подушки, а как ими работать, что-то я не знаю. Ну вот, смотрим дальше теперь. Так, продолжаем нашу радионяню. Значит, что, поставили мы подушку, вот она у нас вмятина. Вот они у нас крючки, но, как мы видим, вот оно стекло у нас под пальцами. Вот, видно, да? Вот, если об него опираться крючком, то уже можно, как говорится, попрощаться со стеклом. Вот, я не стал покупать что-то модное из интернета, там, где-то чего-то. Вот, у жены реквизировал по случаю. Такой, значит, коврик. Вот, и он меня вполне устраивает. Вот. Я его сюда ставлю, фиксирую, ну, чтобы он не провалился, не дай бог. Я обычно беру скотчем, там, слегка его приклеиваю. И можно в это отверстие сейчас, как говорится, вставлять крючок и потихоньку пробовать нянчить мятинку. Сейчас мы что и сделаем. Собственно, я покажу еще раз. Кость, для тебя видео, вот, можно такой, допустим, крючочек с шариком, вот. То есть, то, что подходит, но в данном случае у него должен быть кончик немножко вот такого варианта, вот как вот этот вот, чтобы мы могли достать. И либо вот так, либо так, то есть, либо вот такими движениями, либо вот такими движениями на скручивание можно спокойно работать. Вот достаем мы элементарно вот до вмятинки, и она уже дышит. Вот сам процесс я, к сожалению, снять не могу, потому что снимать и заниматься работой у меня не получается. Все, Кость, я думаю, ты все понял. Теперь можешь спокойно заказывать подушки, не волноваться, брать и работать. Дверь снимать и разбирать из-за вот таких вот малюсеньких вмятинок не стоит. Все они поправляются, поверь, довольно-таки эффективно. Вот на соседней двери тоже такая печатка. Вот, где мы управляли. Вот рядом по соседству. Как мы уже знаем из предыдущего видео, сюда крючочком мы не добираемся. Только клеится, пробиваться и клеится. Вот, ну, дальше не буду отвлекать вас, сниму, когда, как говорится, уже финиш будет. Ставим обыкновенный атлас и вперед. Из песни дергаемся, забиваем, и смотрим, что получается.